Дорогие ребята, мальчики и девочки, мы хотим сказать, что очень-очень рады вас всех видеть на нашем ежегодном семейном фестивале. И мы клеили вам объявления, приглашения давали, раздавали, и вы, наверное, читали и помните, что сегодняшний фестиваль особенный. И давайте хором скажем, как он называется. Моя семья считает и... Так и хочется сказать аминь. Я очень надеюсь, что вы все это говорили честно и правдиво, потому что Бог слышит все наши слова. И я очень хочу, от всего сердца просто хочу всем пожелать, чтобы эти слова действительно стали реальностью в наших семьях. Чтобы каждый день, дорогие папы и мамы, вы читали Библию вместе со своими детьми. Когда Петр еще продолжал эту речь, то есть проповедовал, читал им Слово Божие, говорил, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. И мы в это время молимся, кто ходит в церковь, вы знаете, мы ждем излияния Духа Святого. И здесь нам конкретно Бог указывает ответ, что Дух Святой, Он сошел на тех людей, которые слушали Слово. Поэтому мы и хотим вот предстоящий учебный год посвятить глубокому изучению Слова Божьего. И, конечно, не просто его хорошо знать, но и быть исполнителями Слова, как это написано в Библии. Изучение Слова Божьего и чтение Писания объединяет семьи. Дети читают Библию вместе со взрослыми, учатся рассуждать и видеть ценность Слова, которое дал нам Бог. Но, к сожалению, сейчас семейное чтение как бы уходит из быта семьи. А в старые времена это как раз-таки было самым уютным занятием. Давайте совместно посвятим себя тому, чтобы стать и слушателями Слова Божьего, и исполнителями и в нашей жизни, в наших семьях, и в повседневном хождении перед Богом. И мы, конечно же, начнем наш фестиваль с молитвы. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты всегда с нами. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Богу благодарны за то, что Бог оставил для людей Библию. Сегодня у нас есть такой, знаете, даже стенд, где мы можем посмотреть, сколько разных Библий, много, различных форматов, различных каких-то изданий. Но, знаете, было время, когда Библия, это была не такая, может быть, книга, которая была у каждого человека. Мы это знаем. О, святая и живая, книга Божья, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем. Чудной родине, где ждет Господь меня. Со слезами слушал я, помни это за тебя, говорила мать, храни его в душе. О, святая и живая, книга Божья, люблю, люблю тебя. С левой стороны вы видите книги, которым уже несколько сотен лет. Они хранились в семьях и передавались из поколения в поколение. В одной семье был прапрапрадедушка-служитель, и вот он сохранил эти Библии, и вот так они семье передавались. И недаром первой напечатанной книгой была Библия. Библия – это первая книга, которую напечатали. Мы видим Библию для школьников, для дошкольников, для совсем маленьких ребят. И я хочу сейчас проверить, как вы знаете Слово Божие, как вы его читаете, папы и мамы. Вы можете не переживать, у меня уже спрашивали, мы не будем вас вызывать. Я предлагаю, ребята, сегодня проверить вам, как служители нашей церкви знают Библию. Так, вопрос, пожалуйста, Александру. Кто первый пострадал за Христа? Первый мученик за Христа? Стефан? Нет? Младенцы. Младенцы. Спасибо большое. Нормально. Пожалуйста, вопрос Александру. Нет, я не Александр, я Антон. Тише, тише, тише. Какой самый лучший друг у Иисуса? Какой самый лучший друг у Иисуса?
Давайте так, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ну, если из учеников, то Иоанн, может быть. Нет. Нет? Лазарь. Лазарь. Почему, когда Моисей был на горе, израильтяне создали именно фигуру тельца? Потому что в Египте самый главный бог был телец. Правильно. Сколько родов от Ноя до Иисуса? 42. Да. Кого Соломон называет злоумышленником? Человека, который умышляет злое. Да! Правильно? Да, да. Кто предал Иисуса? Иуда. И суперигра заключается в том, что наши малыши рисовали картинки. И вам надо определить, какую библейскую историю нарисовали дети. А это кто? А залу покажите. А это что, папа? Ну, вы вообще логически догадываетесь, но на самом деле дети здесь нарисовали Самуила. В храме. О, вот о, зал о, посмотрит о, на красивую картинку. Что же это такое? Ноев ковчег, совершенно верно. Ну, высокий и маленький. Давид и Голиаф, да, и оба с рогатками. Про лучшего друга Иисуса кто спрашивал? Кто задал вопрос, на ком женился Каин? Беги сюда, беги. Иди сюда. Ты где-то прочитал? Братья, не уходи. Папа задал, да? Папе пакет, шампунь тебе. Я надеюсь, вы запомнили в лицо наших служителей, поэтому не бойтесь их, видите, какие они умные. У нас проходила библейская викторина, которая называлась «Снежная», потому что там все вопросы были про снег. И сейчас давайте быстренько наградим победителей этой викторины. Что мы решили с этого учебного года дать название классам. Если счастлив ты, похлопай раз и два. Если счастлив ты, похлопай раз и два. Если Бог грехи простил и нам радость подарил. Если счастлив ты, похлопай раз и два. Если счастлив ты, то друга обними. Если счастлив ты, то друга обними. Если Бог грехи простил и нам радость подарил. Если счастлив ты, то друга обними. Если счастлив ты, то тихо спой аминь, аминь. Если счастлив ты, то тихо спой аминь. А зал может подпевать. Если Бог грехи простил и нам радость подарил. Если счастлив ты, то тихо спой аминь. Что обозначает буковка Y? Иисус. Спаситель. Твой. Он. Чудный. Наставник. И. Князь. Мира. Один построил свой дом на песке, и дождь пошел, и вода поднялась, и дом упал, он же слабенький и ломается. Постройте свой дом на Иисусе Христе, постройте свой дом на Иисусе Христе. И дождь пойдет, и вода польется.
товарищ верный мой. Ходим в свой воскресный класс под названием «Ковчег». Узнаем мы каждый раз что-то новое для всех. Каждые животные шли к кораблю, а вода затопила все вокруг. Люди тебе начали тонуть, но Богом спасен. Животные и твоей семьей. Хрю-хрю-кря-кря, пш-у. Хрю-хрю-кря-кря, пш-у. Хрю-хрю-кря-кря, пш-у. Пилигрим в переводе означает странник или путешественник. Путь на небо Иисус нам укажет. Я пою сейчас тебе эту песню о Христе. Знаешь, очень любит Он тебя. Так давай с тобой поем эту песню мы споем. Он нас не оставит никогда. Ведь нету лучшего друга. Будем служить Господу. Иисус Навин 26 раз. Бог повелевает нам 22 раза радоваться. В Библии написано. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4:4. И еще. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости. Псалом 46:2. Иисус, к тебе взываю я, воскресенье и жизнь моя. Ты мира чаша полная, твоя любовь меня спасла. Ты держишь за руку меня, со всеми нами благодать твоя. Растопила в сердце глыбы льда. Любовь Христова совершенная.
изменит жизнь твою. Историю о том, что все родные мы. Поверь, что мы для Бога дочки и сыны. Божьи дети, ты мой друг и я. Бог один на всех, отец и с нами он всегда. Божьи дети, ты мой друг и я. Вместе мы одна семья. Как может кто-то молиться, если он в Бога не верит, если никто не расскажет, как может кто-то поверить? Как эти ноги прекрасны, ноги несущего радость, весь хорошую благовестие, Слово Божие. Как эти ноги прекрасны, ноги несущего радость, весь хорошую. Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе, благовествование. 1 Коринфянам 4:15. Я горю, и воск мой тает, но от моего огня зажигается множество других свечей, и мой огонь от этого не убывает. И когда воск и фитиль сгорят, мой огонь соединится с вечным огнем, частицей которого он являлся. Много лет огонь горит, твоя любовь сияет в нас. Во всей земле неся твой свет, всех пробуждая еще раз. Как радугу увидишь ты, то символ Божьей доброты. В ней ярких семь цветов, друзья, за это Господу хвала. Желаем больше мы узнать и в силе Божьей возрастать, крещением Духа получить и Господа всегда любить. Фиолетовый финиш жизни от Бога венец нам возложил Небесный Отец. Радужный, радужный день, радужное настроение. Радужный, радужный день, шутки, веселье и пенье. За Христа ты пострадаешь, то будешь счастлив вечно в небесах. Хоть многого сейчас не понимаешь, поверь, что истина в его словах. Аминь. В жизни есть великая цель от Бога. Можем как маяк указать вам дорогу. Темной ночи свет заблудившимся нужен. Это свет спасения, ярко светит, всем он светит, всем он служит. Как маяк сияет в ночи, как маяк сияет в ночи, как маяк сияет в ночи. Миру так нужен ты, как маяк сияет в ночи. Благодарим Тебя. Мы благословенны в этот вечер в том, что мы все вместе могли быть в Твоем доме молитвы. Нас объединяет Твое имя. И этот шум, улыбки, радость, оно радует не только нас, я верю, оно радует Тебя. Поэтому благослови в получении подарков, благослови во всем.